Всех с возвращением мир Half-Life 2, это 11 серия, в начале которой мы должны отправиться, как сказал один из членов сопротивления, вот к той статуе лошади. И давайте сейчас попробуем это сделать. В конце прошлой серии это было немного непонятно, но между сериями я тут немножко разобрался и понял, что один единственный выход это вот по этим балкам. Только по ним можно будет пробраться к этой самой статуе лошади. Почему лошадь без человека? Может, раньше на ней был какой-нибудь там буденый, а его сбили? Так, аккуратно, аккуратно. Прекрасно помню, что это не мой конек. Акробатические тюды, поэтому действуем аккуратно и, пожалуй, эй, так ладно, придется прыгать. Фриман, давай! Ух ты! Ой, лошадь свалили! Лошадь-то при чем? Иди сюда, пёс! Верни сюда! Пёс! Нифига себе! Чёрт, всё подери! Пёс вернулся, друзья! А вот и парни! Да тут все наши! Эй, помоги-ка мне! Давай! Неплохой бросок. Пес пронесся через площадь, снося стены. Я думаю, он ищет Алекс. Похоже, он вбил свою голову, что она в цитадели. Алекс, поди, не хотела, чтобы он еще куда-то стрял. Но его же хрен остановишь. Да, это просто пес. Че его останавливать? Хочет цитадель, пусть эй, идет. Никуда! Не пройдешь! Ого, вот это силище. Ничего себе. Я думаю, он хочет, чтобы ты прошел, Гордон. Поторопись. Мало ли что он хочет, я не согласен. Да ладно, ладно. Я не думаю, что он долго сможет держать эту штуку. Кстати, да, мы совсем рядом с цитаделью. Ладно, бывайте, друзья, я пошел. Если увидишь доктора Брина, передай ему... Чтобы он шел нахрен! Это круто, друзья. Это я могу. Сейчас будет загрузка локации, я думаю. Так, и вот так вот закончились уличные бои, и мы проникаем в самое сердце врага, в цитадель. Наши благодетели называется следующая часть. Судя по описаниям цитадели, она намного больше самых высоких сооружений в мире. Ну, таких как, допустим, Родина-Мать. В Волгограде или Сталинграде, кому как удобнее называть этот город. Может, кому-то по старинке удобнее, я не против этого названия. Ух ты! Цитадель мало то, что уходит высоко-высоко вверх за самый горизонт, так еще и глубоко-глубоко вниз. Возможно, она произрастает из самого ада. А может, она соединяет ад и рай. Ну, конечно, ладно, забросим эти... Наши метафизические прения, они ни к чему не проведут. И лучше, так сказать, один раз побывать в цитадели, чем 10 раз об этом разговаривать. Тихо, тихо, тихо. Опять небольшие акробатические этюды, то, что мне не очень нравится. Совершенно непонятно для человеческого разума, что здесь вообще происходит, честно говоря. Ну, возможно, и не стоит это понимать. Это же все-таки Альянс соорудил эту штуку. Офигеть. Тут, в общем, крайне все опасно. Страшное, ужасное здание, честно говоря, друзья. Сплошной металл. А это именно металл же, да? Да, это металл. Неизвестный сплав, судя по всему, очень прочный. Хотя, видите, раз он окисляется, в этот сплав, значит, входит какое-то количество меди. Офигеть.
Вот ездят эти же самые штуки, их даже не знаю, как их назвать-то. Коконы, в которых запрячивают ненужных людей. Я даже не знаю, как мне дальше идти-то. Вот так. Честно говоря, я даже не знаю, правильно ли я иду. Ужас вообще, да? Мне кажется, разработчики до конца сами не знали, что они хотели сказать этим зданием. Ну, то есть, что оно делает? В чем смысл его? Что здесь происходит? А там, интересно, люди в этих люльках находятся? Да? Нет, эти люльки пустые. А зачем их обрабатывают электричеством? Нет, видите, пустые, людей там нет. Странно это все. Ну, если бы, в принципе, там были люди, это бы, собственно, тоже было не менее странно. Так. Эти люльки едут направо, попадают под электрический разряд. Эти люльки едут налево. Наверное, мне надо налево, я думаю. Ух, блин, она меня чуть не сбила. Ну, наверное, разработчики хотят, чтобы я сел в эту люльку. Не знаю, насколько это умно. Я же стану совершенно беспомощный. Если враг меня обнаружит, со мной смогут сделать все, что угодно, но... Судя по всему, выбора у меня нет. Разработчики задумали именно так. Судя по всему, они так гордятся вот этим своим сооружением цитадели, что решили нам провести экскурсию. Как знаете, по черной мезе в самом начале первого Half-Life, а так вот здесь практически уже в конце игры. Так, не снимай меня, не снимай. Я инкогнито. Так вот, да, здесь во втором Half-Life они практически в самом конце игры решили нам вот такую вот экскурсию устроить по цитадели. А то, что мы близки к концу игры, у меня, честно говоря, практически нет никаких сомнений. Скорее всего, мы даже закончим в этой серии. Какие-то трубы, по которым текут какие-то жидкости. Огромное-огромное сооружение, но совершенно, по-моему, какое-то нерациональное. Или для нашего просто земного разума непонятное. Но определенно она такую чувство огромной тревоги навевает. Вот это вот что за... Это какие-то эксперименты над людьми проводятся, судя по всему. Из них делают каких, я не знаю, что-то вроде зомби. Тоже такая вот смесь, вы видите, биологических компонентов с механическими. То есть они как на ходулях ходят. Глаза у них какие-то вставлены. Оптические приборы. Вот видите, один из них. Совершенно худой. И над ним надсмотрщик. Я не знаю, вот насколько это рационально, чтобы над одним заключенным был один надсмотрщик. Может, просто платить этому надсмотрщику, и он бы делал свою работу. Страйдеры. Где-то здесь их завод находится, судя по всему. Клепают их. Страйдеры тоже, видите? У них... Судя по всему, есть тоже биологическая начинка вот тут вверху. То есть такая раса довольно-таки... Так, уже бобом у меня ищет, смотрите. Да, что-то происходит. Альянс, в общем, совмещает биологическую инженерию и компьютерно-механическую. Опять-таки, ага, штурмовики, да посмотрите, сколько их. Ужас. Интересно, есть ли шанс у людей? Посмотрите, сколько здесь всего происходит. Целые туннели, целые поезда. Ух ты, поднимай меня быстрее, ужас. Что здесь переводят? А, опять вот эти вот коконы. Посмотрите, сколько коконов. Напоминает поля из Матрицы, да? Страшная вещь, конечно.
Эй-эй-эй-эй-эй! Ой-ой-ой-ой, сейчас будет больно! Ух ты! Как-то я так красиво, плавно приземлился. Это сильное колдунство. Тревога. Обнаружено нелегальное оружие. Конфискационное оружие включено. Эй! Эй! Уничтожают мое оружие, которое... Даже ломик, вы посмотрите. Которое непосильным трудом в течение всей игры я раздобыл. Обнаружено устройство контрресонансной сингулярности. Сбой конфискационного поля. Тревога. Обнаружено нелегальное устройство контрресонансной... И что теперь? Мы прокачали это оружие? Ух ты! Неплохо. Стреляйте по своему же, придурки. Воу. Хм. Нормально. Итак, это здрасте. Вы, доктор Фримен. Это я. Я бы сказал, что это приятный сюрприз, но это не сюрприз, и согласитесь, не слишком приятный. Что ж, я довольно прагматичен. Он довольно прагматичен. И что? Это все, что ты мне хотел сказать? Да, пушка определенно стала мощнее. Раньше мы такие штуки не могли отрывать. Я проверял, помню даже. Бронька. О, гляньте, какая вещь. Жалко, все-таки она не очень далеко действует, эта пушка. И оружие противника уничтожается, чтобы мы его не подобрали. Да, подальше бы она действовала, было бы лучше. Но посмотрите, насколько прокачана эта штука. Она одновременно восстанавливает здоровье и броньку, причем броньку до 200%. Это ли не круто? Ну, нам как бы нет выбора, нам приходится на средних дистанциях действовать. Все равно выхватываем. Жалко, конечно. Давайте, пока недалеко ушли. Мало ли, что нас там впереди ждет. Погнали. То стекло, насколько оно прочное, интересно. Блин, она еще с задержкой стреляет, конечно. Не очень удобно, я вам честно скажу. Ого! Не знаю, я бы с чем-нибудь лучше бы другим повоевал. Скажу, не предел моего мечтания. Все равно выхватываю. Хотя притягивает она, по-моему, на более... дальних дистанциях, чем отталкивают. Может, стоит таким образом воевать? Что ж, доктор Фримен, мне приятна мысль о том, что в других обстоятельствах мы могли бы сотрудничать в атмосфере взаимодействия. Судя по вашей недолгой работе в Черной Мезе, когда я руководил ее, вы подавали большие надежды, как человек, который мог бы многое привнести в науку. И все же, я не знаю, что у вас к этому побудило, но в нашем предприятии нет места ученым-предателям. Это я, значит, ученый-предатель. Я человек наук. Ну, видите, здесь Брин как раз рассказывает о том, что он был руководителем Черной Мезы. Ух ты. Дезинтегрирует их это поле, да? Смотрите, какая прелесть. Ага, оно не простреливается. Простреливается, это плохо. А может, мне что-нибудь выбить отсюда надо, нет? Нет, ничего отсюда не выбивается. Ладно, погнали дальше тогда. Лифт. Ну, давайте сохраним игру. Зачем принц со мной разговаривает? Скорее всего, это показатель страха, конечно. Ух ты! Ага, я понял, как это работает.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорош. Меня не задень. Ну вы поняли, для чего это сделали. Поставили этих противников далеко от нас, чтобы наша пушка до них не дотягивалась, но дотягивалась вот до этих частиц. Я даже не знаю, как их назвать. Атома, что ли? Давайте возьмем с собой одну штучку. Надеюсь, она как бы не взорвется. Ой. Ой-ой-ой. Лучше не будем рисковать. Так, не оттуда надо их вытягивать. А откуда? Вот отсюда, я понял. Шикарно. Блин, да что я не попадаю? Не очень удобно. Пока ты ее притянешь. Пока натянешь. Лучше бы пушка на более дальней дистанции стреляла. Да вы что, тут бесконечные. Так, я вернусь. Они опять бегут. Они, блин, бесконечные, по-моему, правда. А, я же эту штуку закрыл. Открыл, вернее. Так, ладно. Они, правда, там бесконечные. Давайте уже проходить дальше. Да елки ты моталки. Так, как эту штуку открыть? Наверное, никак. Пошел вон. Так, что-то я много урона получил, я хочу сказать. Дальше мне куда? А непонятно куда. Ладно, я вернусь. Восстановлю. Здоровечко. Так. А, вот так, наверное. Сейчас, подождите, надо действовать. Нет. Я думал, если мы эту закроем штуку, то это откроется. Но нет же. Может, эти следует... Так, задачка для детей. А, все, понятно, куда мне дальше. Я что-то тут жестко заморочился. А ларчик просто открывался. Да, определенно. Пушка подтягивает на гораздо большем расстоянии, чем отталкивает. Здрасте еще раз. Че ты молчишь? Ничего не хочешь нам сказать. Обиделся, может быть. А тут что надо делать? Ага. Но нам не туда. А, господи, вот же лифт. Че я туплю? Так, давайте поспешим на лифт. Я думаю, здесь будут бесконечно эти пассажиры. О, он что-то и не думает ехать. Офигеть их тут. Да глянь, со всех сторон. Почему-то все время кажется, что они еще и сзади будут выходить. Ну где же лифт? Что-то он и не думает ехать. Та-та, елки ты палки. Ладно, подходите, я не хочу выходить. Иначе я огребаю. Так, лифт приехал? Лифт не приехал, друзья. Может, еще раз надо нажать? А, вот он. Едет, едет. Это радует. Ой! Нашли чем напугать.
Рена! Так, друзья, все. Раз лифт приехал, не вижу больше здесь никакой необходимости задерживаться. О! Это поле, я надеюсь, не простреливается. Нет, мне кажется, что простреливается. Очень даже, что может быть, простреливается. Это плохо. С какой стороны еще эти твари выйдут? То, что они выйдут, у меня сомнений нет. Эта штука не может долго быть со мной, кстати. Ну где они? Я их слышу уже. Зараза, еще и держится на таком почтительном расстоянии. Блин, да. Плохо, что поле простреливается, очень плохо. Откуда? 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 Ага. Со мной пойдешь. Будешь в заложниках. Где, где, где? Ага. Блин, да со всех сторон это вообще, конечно, вы хорошо придумали. Я не приехал еще? Да сколько же мне ехать-то? Что, Грена? Офигеть! Только Грен мне тут не хватало. Так, все. Скажите, доктор Фримен, если сможете, вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Да, сопротивление. О! Отлично. Вот только что создал, но не я, но так получилось, что у меня эта вещь оказалась улучшенную гравипушку. Да, хватит уже. Со мной тут в игры разные играть. Подходи. Не стесняйся. Да давай. Не хотелось бы сзади оставлять противников. Все, вроде хвоста нет. Ну, тут зарядки вообще на каждом шагу, друзья. Это радует, конечно. А я могу. Я заложил основы для выживания человечества. И не только человечества в узком смысле, но и чего-то большего, чем можно представить. Чего-то такого, что только сейчас открывается взгляд. Ты жалкий предатель, мерзкий коллаборационист. Сотрудничаешь с оккупантами за лишнюю пайку. Ты тварь, и тебя все презирают. Что ты мне тут рассказываешь сказки? Ой-ой-ой-ой. Ой, хорошо, что эту штуку кинул. За ней удобно укрываться. Смотрите. Подходите, подходите. Ой, их там дохерища. Ой, зачем же я... свое укрытие отбросил, а? Ой, опять идут. Да что ж такое? Ну, притяните шарики. Это Страйдер! Твою мать! Так, я думаю, со Страйдером надо вот такими штуками бороться. Да офигеть! Состояние вообще жопа. 8 хелов. Так, а я там, наверное, не вернусь. На то место, где я заряжался, да? Ой, тут высоко, я не поднимусь так. Может попробовать? Надурить игру, а? Ну, я боюсь просто идти дальше с 8% жизни. Да отвали!
Не знаю. Давайте еще что-нибудь туда притащим, люльку. Мне кажется, не выйдет так ничего. Только время потеряю. Может, там дальше будут, а я тут мучаюсь. Ладно, погнали. Надеюсь, дальше будут медуницы. Иначе нам удачи не видать. Чертов страйдер все здоровье меня поднимал. Смотри, Гордон! Смотри, от чего ты отказываешься! Стоит ли оно того? Что ты мне хотел показать? О, вижу аптечку. Значит, все не зря. Чу-чу-чу-чу-чу! Она что, безлимитная, что ли? Посмотрите, как бодро мне все восстановило. Хорошая вещь. Интересно, солдаты пользуются этой аптечкой? Солдаты Альянса, в смысле. В смысле, опять сюда садиться? Но этот мерзкий Брин уже знает, что я здесь, поэтому... Я не знаю, умно ли это? Так, посмотрим, все едут по одной схеме, той же или налево. Ну, налево, да. Все штуки едут где в одно и то же место, поэтому... Ну, садимся, хотя, конечно, я против. Если бы меня спрашивали, я бы не сел. Сейчас вы вычислите, что я еду в этой фигне и... А я безоружный практически, все, бери меня готовеньким. И сделать из меня вот такого вот. Ужас, что это такое? Посмотрите. Кошмар, что с людьми делает, а твари. И вот Брин с ними сотрудничает. Еще мне что-то рассказывает. Так, это что такое? Какой-то сканер, как этого избежать? Пригнуться как-нибудь? Это плохо. Мне кажется... О, все, нас сфоткали. Беда. Так, по-моему, меня погнали не туда, куда все эти штуки. На самый верх. Ничего себе. Ого. Тут как в серверной, посмотрите, сколько всяких проводков, ободков. О, это что такое? Какие-то новые виды вооружения. Боевые жабы, гляньте. С такими мы не сталкивались. О-о-о. Полетели штурмовики наших ополченцев бомбить. Блин, друзья, это вот все походу через портал к ним приходит из их не основной базы. Поэтому, хотя здесь по идее, наверное, тоже что-то производится. Но мне кажется, если мы уничтожим основной портал большой, человечество будет все шансы победить Альянс. Если их силы будут конечны, и подпитки из ихнего мира не будет, у человечества появится большой шанс, я думаю. Так, ну мы уже вообще где-то в стратосфере практически находимся, да? Офигеть. Действительно, уже не знаю, на высоте пассажирского самолета находимся. Город весь как на ладони. И загрузка локации. Близится развязка. Вы это чувствуете, друзья? Я чувствую. Темная энергия. О, вот видите, что происходит? Пушка, моя пушка, отдайте ее! Ну вот, беда. Вот она, предательница, я скотина. Заберет она меня. Не сопротивляйся, бесполезно. Ты ничего не сделаешь, пока не окажешься, где он хочет. Ах ты, тварь. Простите, Гордон. Что ж вы все такие конформисты здесь? Разум. Миры, растянутые на мембранах, где измерения пересекаются. Это
невозможно описать. То, что я видел, Брин, тоже не выразишь словами. Геноцид — неописуемое зло. Боже ты мой. Так-так, это же Гордон Фримен. Ага. Что это? Положи сюда. Весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Контроль над вами обоими гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки Альянсу. В смысле? Уоллес. Да, Джудит, что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сама. Не в наших силах, лишь одно — убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Меж тем, Илай отказывается сказать слова, которые спасли бы их. Спасти их? Ради чего? Илай... Если ты не желаешь встать на путь разума ради всех людей, то, может быть, привет. Ради одного из них. Алекс, милая. Папа. Гордон? Святая Троица. Нет. Черт тебя побери, Брин, отпусти ее. Тебе решать, мой любезный друг. Позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид, или дашь дочери шанс, которого не было у матери? Не смей даже упоминать о ней. Алекс, дорогая, у тебя глаза матери, но характер упрямый, как у отца. Ты еще с ним даже не сталкивался. Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин, в худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее, но оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно. Согласен, это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь, готовность быть послушной пешкой в руках хозяев. Гордон. Ну как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдет на сделку с вами. Я понимаю, правильно. Вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я вообще не хочу это обсуждать. Мы сможем поговорить открыто. Не вырывайся. Я хочу обсудить... Прости. Как я тебе оторву голову с плеч, тварь. Джудит, что же ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Опа! Она что, двойной агент? Да по голове ему этой штукой засандали. Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Джудит, доктор Мосман, пожалуйста. Твое время вышло. Ой-ой-ой, к нам ломятся. Дай мне гравипушку. Ай, нет. Дура, ты чё? Да, смотри, он сейчас шахнет ей. Вот именно что, дура. Это... Я отпрыгнул вроде. Вон он, скотина. Так, где моя гравипушка? О, нет, не волнуйся обо мне. Нет времени, Алекс, он на пути к порталу. Тебе это пригодится. Доктор Мосман, Джудит... Присмотри за отцом. Не волнуйся. Папа, ой. Я не прощаюсь. Ни за что. Он такой довольный, этот негр, посмотри. Все время улыбается. Пошли. Молодец. Пошли, у тебя оружие есть? Куда мы идем с тобой? Гордон, мы друг друга мало знаем, но... Ты не так. Обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца, а ты... Ну что ж, спасибо, что... Жми кнопку. Давай попозже об этом поговорим. Сейчас немного не время. Кстати, что там он говорил про твою мать? Послушай. Помочь вам заполучить землю. Вот он. Но мне нужна ваша помощь. Жизнь по ту сторону портала невозможна. Смените место назначения. Я не смогу там выжить. По ту сторону портала — это в мире Альянса. Я же не могу. Вон он. Ладно, черт с ним. Будь что будет. Поспешите, он почти догнал меня. Вот черт. Вот и советники. Ну, самые высокопоставленные люди из портала, по крайней мере, ну не люди, а существа из Альянса. Да он, кажется, и понятия не имеет.
Интересно, куда... По крайней мере, из тех, с чем человечество знакомо. Они, по крайней мере, здесь командуют всем. Батюшки! Это реактор темного синтеза. Он питает... Тут закрыто. ...квантовой телепортации. Другой возможности не будет. Мы должны остановить доктора Брина. И? Что прикажешь мне делать? Ахтунг! Ломятся сюда, да? Я могу его выключить. Похоже, он передал управление на ту сторону. Тебе придется проникнуть внутрь и сделать все, что можно. Давай. Быстрее в лифт, я тебя впущу. Пусти меня в лифт, и мы начнем. Все заряжено. Покажи им, Гордон. О, да. Будь осторожен. Почему вниз? Я думал, нам наверх. Как-то странно, что мы едем вниз. Ну ладно. Всего один вид оружия. Ну, по крайней мере, не надо выбирать ни из чего. Предлагаю сохранить игру. Играет странная музычка. Так, вот этот портал, да? Доктор Фримен, я бы не советовал вам там оставаться. В момент синапса, как только я телепортируюсь, эта камера наполнится смертельно опасными частицами, название которых еще не придумано наукой. Быть может, я назову их в вашу честь, если найду время. Это спасет вас от полного забвения. Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко. В другой вселенной, если быть точным. Вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными и даже некоторыми невозможными способами. Начва. Из вас я не знаю, на что вы еще можете рассчитывать помимо своей гибели. Да откуда по мне садят? Погнали, погнали. Ой, а как, куда мне дальше-то? А, вот сюда? Твою мать! Да я вообще и тебя тоже не слушаю. Тут по мне со всех сторон херачат. Кого я тут могу слушать? Офигеть. Мне дальше здорово. Идти или... О нет, Брин начал подниматься. Быстрее, Гордон. Ой, батюшки. Да подожди ты. Наверняка мне на эту штуку надо запрыгивать. Блин, опять тут акробатика сплошная начинается какая-то. Так, мне наверх. Давай, 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 наверх. Поднимай меня наверх. Я даже вижу, куда мне уже надо. Вперед. Вперед и с песней. Так, предлагаю сохраниться. Раз у нас тут пока все более-менее неплохо получилось. И куда мне надо-то? Черт вас всех дери. Ага, вот сюда мне надо. Хорошо, поскольку лифт уехал, я немножко подожду. Блин, тут стекло, прозрачно все, ни хрена не видно. Иди, Гордон. Куда иди? Сама иди. Так, вот сюда, да? Наверх. Вы все еще здесь, доктор? Давай, 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 спускайся. Ну, может быть. Я тебе покажу. По крайней мере, ту цель, какая у меня есть. Господи, портал открывается. Так. Так, что мне делать? Ух ты! Как вовремя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Откуда он? Валяет так. Так, один я вроде сбил звездолет. А, не, ни хрена не сбил. Да что ж такое? Так, этот тоже сбил. Отлично. Так, это хорошо все. Что нам делать дальше?
Не смей, Фримен! Ты не понимаешь, что творишь! Чё хочу, то и творю! По-моему, мы на правильном пути. По крайней мере, эти штуки рушатся. Последняя штучка. Ну как? Ты просто не понимаешь последствий. Ты можешь уничтожить всю цитадель. Подумай о том, что будет с людьми внизу. Нет! Да! Я нужен вам! Пошел вон! Да, получилось! Ну что, мы его аннигилировали? Может быть, у нас все еще есть... О-о! Время, доктор Фриман? Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычная. Чем обманывать вас иллюзией выбора, я сам возьму на себя эту привилегию, если когда ваше время придет опять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю. Вы видите, у него проблемы вообще с общением. Но он как-то говорит совсем неправильно и строит приложение неправильно, то он точно не человек. Просто какой-то пришелец в форме человека. Так, друзья, Half-Life 2, ее основная часть от компании Valve пройдена. Вы видите, самым первым человеком в списке разработчиков значится Виктор Антонов. Друзья, наш соотечественник, который как раз был ответственен за вот этот вот дизайн, за то, что они в качестве прототипа для City 17 взяли город, столицу Болгарии, София. Ну, честно говоря, я не помню, он из России или из подсоветского пространства, или, может быть, даже из стран Варшавского договора этот товарищ. Но в любом случае чувствуется здесь славянская рука. Так, друзья, игра пройдена, но нас ждут еще первый и второй эпизод. Я думаю, только по прошествию второго эпизода мы с вами полностью разберем, что же случилось во время второго Half-Life и его эпизодов. То, что произошло во время первого Half-Life и в период между первым и вторым Half-Life, я рассказал в самой первой серии прохождения второго Half-Life. Ну а в заключении, после окончания второго эпизода, мы с вами по полочкам разложим все события, которые произошли здесь. Так что тогда мне сейчас ничего не остается, как попрощаться с вами, пожелать вам всего самого доброго и всех благ. Ламар? Ламар! О, чертовка! Куда она делась?